носит в себе миллионы лиц, сердец, чемоданы знаний, лабиринт сознания и еще одно хрупкое создание под плащом с мечом и золотым лучом, беды нипочем, о чем грустить, о чем, когда в тебе весь мир, и ты паришь над ним. Мост через озеро Чата, на мосту свеча живая и горяча, горит, не гаснет, у нее праздник. Вот дуб в глубокой тайге не может понять, кто он и где, и почему в его бороде. Птицы снится, снится коту в бреду, что про его красоту слагают песни. Одна другой интересней, люди, и все они без исключения, лишь излучение, лишь приключения в голове. Бунды, бунды, бунды. Следует долгий-долгий проигрыш и запев, но мы сейчас закончим. Носим в себе миллионы лиц, сердец, чемоданы знаний, лабиринт сознания, еще одно хрупкое создание. Под плащом с мечом и золотым лучом. Беды нипочем, о чем грустить, о чем, когда в тебе весь мир, и ты паришь над ним. Привет всем! Спасибо! Браво! Мы аплодируем, друзья, вместе с нами Артем Никитин. Ну и я надеюсь, что, Артем, вы, несмотря на то, что далеко от экрана сидите, нас слышите. Артем Никитин, музыкант. В вашем инстаграме написано, внимание, что вы тележурналист, музыкант, глава творческой лаборатории «Нестандарт», автор проекта «Мысли», видеоблогер. Увлечения ваши в этом же порядке по приоритетности? Ну вот видеоблогера я бы исключил, потому что на самом деле для этого нужно много времени, которого я пока не имею. Хотя, конечно, в общем-то, хотелось бы. Но, в принципе, я не успел проследить за порядком. Я их не ранжировал. Не ранжировал. Только бывают периоды в жизни, когда ты говоришь, да, сейчас надо дать волю музыке, а вот сейчас надо заниматься делом, бизнесом и про музыку немножко забыть. А так вообще я не говорил, что это первое, это второе. Ну вот сейчас, в период самоизоляции, больше ли времени появилось на что-то, на увлечение, на музыку в том числе? Ну, вы знаете, я написал две песни за последние, там, немножко больше недели. И это довольно необычно, ну, потому что вот последняя песня была написана где-то год назад. Так что, да, есть творческие результаты, есть определенное успокоение какое-то. Ну вот, к слову про вашу музыку, Брахмапудра, Путра, вот услышали мы это слово. Лично мне оно незнакомо, можете ли сказать, что это такое? Это выдуманный персонаж некий, да, некий такой просветленный или идущий к просветлению герой, с которым двигаемся вместе и мы. Вот. Правда, я потом читал, уже после того, как эта песня была написана, есть в Индии очень похожий термин, и он, кстати, связан как раз вот именно с утром, с ранним-ранним утром, там в 5 где-то утра, вот когда солнце только встает, это время силы по индийским поведам. Вот. И оно называется похоже на это имя. Так очень, очень символично, что и наша программа примерно в это же время начинает выходить в эфир. Да. Да, это очень здорово. Мы надеемся, что это время силы. Ну вот смотрите, Артем, кроме всего прочего, вы и путешествуете, и занимаетесь со студентами, и на ваши обзорные статьи о ресторанах
о блюдах, я тоже натыкался. Почему бы не остановиться на чем-то одном, бы делать это прям вот очень круто? Хороший вопрос. Просто скучно, наверное. Скучно делать что-то одно, понимаете, если человеку, ну, там, дано, ему хочется попробовать и это, и другое, и то, а как вот это выйдет, и поэтому не получается как-то вот одним заниматься. Это получается, нужно плюнуть на остальное, где-то его там в карман положить, чтобы оно не высовывалось, оно будет все время вот так биться, кричать, почему ты на меня не обращаешь внимания? Это как будто ты все время ешь только одну картошку, а хочется же чего-то еще пойти. Артем, расскажите, кто расписывал стену, которая за вашей спиной? Мы видим там какое-то творчество. Хотелось бы выяснить, кто автор. Ну, я автор, он перед вами. Да, это моё, часть моего творчества здесь. Сами это нарисовали. Да, это я делал. У меня есть особое такое, как бы сказать, видение. Я его называю интуитивизмом в живописи. Ну, живопись это очень условно, конечно, называется. Пусть простят меня художники. Я вплетаю слова в изображение. То есть я сплетаю буквы, символы и линии. Вот, и они приобретают новое какое-то значение. Интересно. Вы в прошлом, я извини, Наташа, вы в прошлом тоже наш коллега, телевизионный журналист. Собственно, вот смотрите, вот сейчас, в период карантина, если бы вы были на нашем месте, на нашем с Наташей, какая была ваша утренняя программа? Моя утренняя программа? Ну, наверное, это был бы проект мысли, но в каком-то немножко другом, немного другом контексте. Понимаете, мне интересно, например, когда люди высказывают то, что у них глубоко внутри. То есть то, чем они делятся очень редко, нечто сокровенное, важное, глубокое, вот чем редко вот в обыденных разговорах светских вообще о чем говорят. Какие-то философские темы о предназначении, о жизни, о смысле жизни, вот, о космосе, о том, что мы представляем под душой, Богом, вот, как мы себя видим, как мы видим других людей. Вот примерно вот эти вещи. Почему бы не поговорить об этом с самого утра? Ну да, почему нет? Это же самое классное утро. Утро – это вообще очень сильное время, когда как бы ты начинаешь жизнь с нуля. Она снова перед тобой вот такая чистая, девственная, и ты можешь сделать с ней все, что угодно. Да. Спасибо вам огромное, Артем. Я думаю, что те наши телезрители, кто действительно смотрит это сейчас ранним утром, почувствовали ту энергетику и подумали вот о чем-то светлом, очень хорошем, позитивном. Большое вам спасибо за то, что нас одарили и музыкальным своим подарком, и очень приятной познавательной беседой. Мы вам желаем только творческих успехов в продолжающемся режиме самоизоляции и благодарим от всего сердца. Спасибо. Спасибо большое. Может, для конца немножко одну буквально несколько строк песни, которая родилась да, вот конечно, буквально благодаря конечно. Этому карантину. Последнее завершение песни. Город застыл, замер в благоговении, глядя в окно, оторвавшись от чая, как гравитации не замечая. Человек нашел свои крылья. Все. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое, что были вместе с нами. Друзья, оставайтесь на Кубань 24. Скоро увидимся.